Всем привет, ребята! Сегодня я снимаю видео про обзор. Первый обзор у нас будет на эту газель полицейскую ДПС. Не обращайте внимания, то что она на наклейках, и я клеил. Открываются у нее двери на багажнике открываются двери, инерционный механизм есть. Следующий обзор у нас на Ладу. Не открываются багажник, двери. Кстати, газель от технопарка. И вот эта вот Лада тоже от технопарка. Следующий идет. Это Мерседес, скорая помощь. Я его обклеил наклейками. Вот. Следующий обзор у нас на вагон метро. Вот. У него открываются двери. Сцепное устройство есть и инерционный механизм. Дальше идет у нас Сапсанчик. У него тоже открываются двери. Во. И вот тут еще есть дверка, но она закрыта. Следующий обзор у нас на трамвайчик. Он обклеен наклейками, тут у нас только приемник поломан, дверки у нас есть, они открываются и закрываются. Следующий обзор у нас на Ладу. Вот, это от Велли. То, что у трамвай, Сапсан и вагон метро, это все от Велли. Ой, блин, от технопарка. Дальше у нас идет пожарная служба. Не замечайте то, что у нее нету колес. Тут был у нас, тут было стекло, а здесь был человечек. Дальше у нас идет вот такой вот пикапчик. У него ничего не открывается, есть только инерционный механизм. У нас идет еще тоже пикапчик. Тоже ничего не открывается. Вот у него морда, вот точно похоже чем-то на доджи. Вот точно что-то похоже на доджи. Дальше у нас идет Джигули. Вот такая вот. Ну, аптрейдинная. Такая вот. Красивая. У нее тоже ничего не открывается. Дальше идет у нас Honda от Hot Wheels. То, что команда, вот эта вот служба, она тоже от технопарка. Теперь у нас идет, так, это у нас Kia Spartak. Она тоже от технопарка. Дальше у нас вот спецподразделение МВД России. Вот. Почти как КАМАЗ. Ничего тоже не открывается. Тут непонятно, из какой она компании. То ли из технопарка, то ли из Велли. Дальше идет у нас BMW. У нее вот зад точно похож на, как у Бэхи X3. Багажник. Вот еще Лада Газель, тоже с наклеечками. Почему Лада Газель? Потому что у нее спереди значок Газель, а сзади Лада. И еще последняя машинка. Это у нас Форд Мустанг старинный, тоже от Hot Wheels. Ну а с вами я был Витя на Чили. Подписывайтесь на канал Димит на Чили 2. Хотя вы уже туда подписались, потому что у него уже 92 подписчика, а у меня всего-то 35. Ну давайте хотя бы то ли 50, то ли 40 добьем. Ну пожалуйста, ну хотя бы
набирать просмотров. Вот у меня почему-то с коротких видео, шортсов, идет много просмотров, а вот с маленьких вот не идет. Так что всем пока!